В Чебаркульском военном санатории прошел концерт арт-группы «Сопрано Турецкого». Коллектив приехал выступить между концертами на Южном Урале в рамках юбилейного тура. Для военных и ветеранов прозвучали хиты прошлого столетия, патриотические песни и оригинальные композиции. Вообще очень, очень теплая публика сегодня. Люди открытые, видно лучезарные улыбки, глаза. И, конечно, мы очень рады приехать и подарить радость. Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Челябинской области. Подобные мероприятия для постояльцев санатория проводятся уже не в первый раз. Таким образом, администрация помогает бойцам не падать духом и способствует их скорейшему выздоровлению. Очень стараемся их отвлечь, развлечь, концерты какие-то для них сделать. Вот какие-то прогулки организовываем. Хотя они приезжают вначале, отдыхают, спят, а потом потихонечку начинаем мы их к себе и смотрим уже. Они как-то уже и смотрят по-другому, улыбаются и доверяют. Уже завтра «Сопрано Турецкого» выступят в Магнитогорске. Артисты представят новую концертную программу в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива.